Да, Бензема, конечно, в офсайде. Ну что, Жозе Мауриньо, как там Эммануэль Адебайор себя чувствует? Момент, забивай, забивай, Асасуна, гол! 1-0! Мяч засчитан, Хавьер Комуньяс! И снова Реал провалился по центру обороны. Ну, может быть, не провалился, может, допустил ошибку, но какая разница сейчас? 1-0, Асасуна выходит вперед. Хавьер Комуньяс, гол. Все нормально, говорит Мауриньо. Я знал, что так будет, у меня есть план, и сейчас мы все сделаем как надо. Протолкнул здесь мяч, здорово протолкнул Вальтер Пандиани. И Комуньяс выскочил один на один. Между Сциллой и Харибтой он здесь оказался. Между Альбиолем и Карвалью. Но ни тот, ни другой не смогли ему помешать. 1-0, Асасуна впереди. И усиленно там быстренько раздевается Эммануэль Адебайор. Так, ну это только интересней. Еще 27 минут. Времени навалом. Сегодня Интер выиграл.